Ну и чем вы живете? Вы женаты? Похоже, вы паршивые грабители, раз не можете нормально магазин обчистить. Что вы тут собирались брать? Прищепки и лак для волос? Простите. Извините, леди, у вас есть работа? Нет. Вот и не критикуй нашу. Преступление — это не работа, это болезнь. Ни у кого нет мелочи. Я вижу, леди понадобилась монеточка. Мне может понадобиться гораздо больше, чем монеточка. А знаешь... Нет. Мы с тобой могли бы иметь кучу денег. Слушай, детка, мы работаем с Нестором. Нам третий не нужен. Ты сам не знаешь, что тебе нужно, а что нет. Так что закрой рот. Залезай. Сейчас. Давай уедем сейчас. Ты знаешь, кто ты? Да. Ты хорошенькая чертовка.